Всем здорово, люди. Поздоровайтесь со звездой. Планета Венера. А, кстати, через сколько-то много, там лет, через 40 или 50, ее, кстати, не будет видно на Земле. На нашей. Если мы все, конечно, останемся живы. Ну, или если с планеты ничего не произойдет. Вот, решила с вами поболтать. Включила камеру, решила с вами поболтать. На улице, кстати, похолодало. Вот она, как светит. Светит, светит, светит. А вон там луна. Не знаю, блин, надо вылезти, показать. Вон месяц. О, месяц. Растущая луна. В общем, все по-старому. Звезда светит, луна растет. Все хорошо, люди по домам. У нас, как у дебилов, все позакрыто. Кинотеатр, комплексы. Петушок на карантине. Ну да, я на карантине. Лукашенко в Белоруссии, как бы, вот котлеты делаю. Вот, слепила котлеты, говядина, свинина, специи, салатик. Сейчас надо будет перемешать его. Посолить, немножко масла туда еще долить. Я в старое, недокушенное наложила. А это надо будет в холодильник убрать. Оставшийся фарш, свинина, говядина. Ну, в общем, что я хочу сказать. Как всегда, Лукашенко вообще ничего не стал закрывать. В Беларуси люди работают, производство работает. На что этот вообще вирус повлияет? На экономику. На кредиты человеческие. На нас с вами повлияет этот вирус. Поставила сковородочку. Ну, естественно, на деньги. Правительство-то все равно. У них денег, знаете, сколько? Да хуя. И больше, чем у нас. Мы за жизнь только не заработаем. Это надо, знаете, сколько жизни прожить, чтобы у нас было столько же денег. Вот сейчас каплитосы буду делать. Вообще повлияет это на экономику. А может, реально будет Третья мировая война, фиг его знает. Фиг его знает. Фиг его знает. Каплитосы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В общем, не хочу я вообще про это разговаривать. Уже все это надоело. В нашем городе, где я живу, соответственно, все подзакрыто. Открыты только аптеки. Ну и, соответственно, аптеки только открыты. А, продукты? Продукты есть в магазинах. Туалетная бумага тоже есть. Туалетная бумага тоже есть. Что-то я забыла, надо было вам этих попугаев, наверное, показать. Ну ладно. Они у меня уже спят, кстати. Я что-то в комнате, короче, свет выключила. И у меня там сейчас темно, телевизор, и они что-то уже улеглись спать. Вот, это надо в холодильник сейчас будет убрать. Потом дожарим. Можно было сразу дожарить. А я сейчас. Так, ладно, подогрелась. Нальем с вами масло. Так что ничего, настроение, как сказать, сижу дома, не работаю, как и все, кстати. Ну или там, я не знаю, кто-то работает, кстати. Сижу дома на карантине, схожу с ума. Так, маслица вот с вами налила. Думаю, пока хватит. Закроем с вами пробочку. Кстати, какая-то мы нескончаемая. Вот бутылка до сих пор. Ну, уже вон сколько осталось. Чуть-чуть. Да. Сижу дома, схожу с ума. Сегодня стиралась, убиралась, пылесосила. Игралась с попугаями. Думала о вас. Ну, вообще думала, что... Ну, вообще думала, почему все так в мире творится. Этот театр, цирк уже просто растопиздил. Реально. Господи, быстрее бы это все... как бы наладилось, и быстрее бы все стало, как, я не знаю, как раньше. Все позакрывали, кинотеатр, все, развлекательный центр, все, абсолютно все. Осталась только аптека,
Аптека только осталась. Аптеки и магазины продуктовые. Да, кстати, вчера у нас столько бухачей было, столько людей бухало. Молодежь напилась, школьники, молодежь, малолетки напились, орали, гундели. И взрослые тоже бухали. Позавчера тоже бухали. На шашлык ходили даже. Не я ходила, я имею в виду, что как бы ходили это. Люди ходили. Фарша сама делала. Ну, я на камеру не стала показывать, как его делать. Это все знают. Они сейчас еще в размере уменьшатся. Как сзади-то будут. Как всегда, мне, наверное, будет не слышно. Ну да ладно. Вау! Брызги. Слушай, ненавижу эти брызги. Брызги. Так, не буду я, наверное, вот эту жарить, я не знаю. Положу я, наверное, ее назад. Туда. Не хочу. Не буду. Не хочу. Давайте с вами руку сполоснем, сейчас они быстро пожарятся. Те, кто смотрел мой канал, знают, что я быстро готовлю. Готовлю я все понемножку. Зачем мне это все дожаривать? Я, кстати, сегодня утром жарила котлеты, уже ела. Уже кушала. Вот решила еще партию поесть. Пожарить. Решила еще. Так. Возьмем с вами. Они быстро пожарятся. Быстро. Так, давайте с вами уберем фарш. Доску надо сполоснуть, наверное, да? Звук водички. Досочку сполоснуть. Надо быть новые купить, освежить эти досочки. Поменять. Пишите, кто так делает, чтобы досочки освежали, мочалочки, тряпочки. Мои хорошие. Так, на коронавирус мне реально вообще посрать. Ну, пострадали бизнесмены. Бизнес точно пострадал у людей. Это 100%. 100%. Да. Печально. Ну, правительству-то все равно. Так, не поменьше, да, не сделать. Правительству-то все равно. У них-то бабосики-то есть. Прикрою так. Сейчас уберу я холодильник. Бабосики-то у них есть. Это мы страдаем. Граждане. Вот так сделаю. Поджарю. А это уберу холодильник. Ну, пускай жарится. Звезда светит. Все так классно. Жизнь продолжается. Я никуда не пропала. Вы тоже, надеюсь, тоже не пропали. Не болейте. Самое главное вообще, я всегда желаю людям. И не только людям, всем, вообще всем. Даже президенту. Путину. Я всегда врагам желаю не болеть. Вот. Не болеть. Нам тут магазин, видите, все продукты уже сожраны. Кстати, надо было вам показать, что я покупала. Ну, ладно. Помидоры уже заканчиваются, огурцы заканчиваются уже. Ну, сколько уже дома сижу, блин, стараюсь не выходить. Вот уже, кстати, стали чеснок продавать. Сейчас покажу свежий. Сейчас я, подождите, сделаю погромче. Пускай поджарится. До корочки. Она сейчас будет тушиться, блин, а не жариться. Брызгать, правда, будет. Ой. Прекрасно с семьей посидеть. Увидеть, как сказать, друзей.
заняться домашними делами. Везде надо искать свои плюсы. Плюсы. Везде есть плюсы, минусы. Так, это сейчас я буду подогревать. А вот сейчас покажу вам, забыла. Там пюрешка, кстати. Утром, в обед кушала. Вот надо будет подогреть на сковородке. И кастрюлю помыть, конечно. Пюре свежее. Сегодня готовила. Как раз с котлетами и с салатиком поужинать. Питайтесь, люди. Не сидите, не голодайте нафиг. Вот чеснок стал вот такой свежий продаваться. Я уже много его съела, кстати. Одна головка уже осталась. Вот, свежий чеснок стали продавать. Мои хорошие. Покупайте уже. И недорого. Вроде сколько у меня здесь выходил. Я покупала. На 82 рубля, но потом дешевле будет. Да ладно. С этими деньгами. Много не заработаешь. В гроб с собой не утащишь. Все мы смертные. Что богатые, что нищие, что средний класс. Все мы умрем. Умрем рано или поздно. Сегодня или завтра. Потом или через год, или через два, или через лет 10, или через 20. Мы все умрем. Или лет через 70, или лет через 80. Конечно, хотелось, чтобы все жили долго и счастливо. Но, к сожалению... Так, и поменьше огонь уже сделать. Вот котлетки жарятся. Вот так. Вот. Жарятся котлетки. Я с вами решила поболтать. Земля крутится пока что. Что бы ни случилось, я всегда-всегда желала всем здоровья. От начала даже моего канала я уже желала всем здоровья, всем счастья. Причем здесь даже вирус. Всегда надо оставаться человеком. Даже в пьяном виде, даже в трезвом виде. Да хоть в каком виде. В толстом, худом виде. В нерасчесанном виде. Не в расчесанном. Макияж, не макияж. Всегда надо быть человеком. Всегда надо оставаться не свиньей, а человеком. Мои хорошие. Так что вот так. А вот я, кстати, не знаю, вот насчет церквей. Церкви, по-моему, тоже, как сказать, по-моему, тоже позакрывали церкви. Кто знает, напишите. Кто ходит в церковь, напишите. Ну, или потом напишите. Ну, не напишите, ладно. Так что... Что бы ни случилось в мире, что бы ни случилось, всегда надо быть человеком. Вон приправки горят, не знаю почему. Так, знаете, что я захотела? А вот еще что я дома делаю. Убираюсь, отдыхаю и вот играюсь. Вот такой антистрессом. Я покакала. Я пописала. Я рожаю, помогите. Я рожаю. О. А то чем я вот еще занимаюсь, кстати. Да, я сошла с ума. Сидя дома, я сошла с ума на карантине. А, кстати, ну и ладно с этим карантином. Между прочим, везде есть свои плюсы. Везде есть свои плюсы. Так, вилочки я положила покушать. Кстати, у меня салфетки закончились. Надо купить. Надо купить салфетки. Знаете, склероз. Я забываю купить салфетки. Прикиньте, как не зайду в магазин. Ну, я знаю, что нужны салфетки и забываю. В общем, пиздец нашей экономики. В принципе, бизнесмены тоже пострадали. Малый бизнес... 100%. Большой и крупный бизнес, наверное, тоже. В общем, хорошо нам вирус. Вообще, ништяк год начался, кстати. Офигенно, да, год начался. В общем, люди, дорогие, забываю я салфетки купить.
Ну, а так-то есть плюс дома посидеть. Ништяк, да? У кого кредиты, так вообще будет весело. Весело, весело. Нам живется в России. И не только по всем странам, да? Ну, по всем же странам коснулась эта экономика. Главное нам не умереть и жить с вами. Золотые слова, правильно? Мы же хотим прожить эту жизнь. Возьму я с вами пивную бутылочку. Налью я с вами водочки самогонной. Смотрите, самогонку наливаю. Смотрите, как чистая, как слеза. Смотрите, что я делаю. Что я делаю? И за вас, мои дорогие, залпом, залпом, залпом. За здоровье. За здоровье ваше. Давайте стукну. Вот так стукну. Опа! Самогонку сейчас как вибу. Я не шучу. Ох, 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 какая самогонка. Эх, 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 эх. Да шутка, конечно. Кстати, а может и не шутка. Реальность. Блин, главное, чтобы остаться живыми, чтобы не заболеть этой гадостью. Столько этих болезней на свете. И щитовидка проблема. Вон людям удаляют. И с весом бывают проблемы. И гормональные проблемы. И по гинекологии. И рак груди у женщин, у девушек. Столько проблем. И бесплодие. Ребеночка родить никак не можешь, забеременеть никак не можешь. Женщины, девушки лечатся, ходят по гинекологу, по врачам, по акушерам. Вот. Столько в этой жизни болезней. Есть цитотоксикоз, гипотиреоз, ВИЧ-инфекция. Главное, вот помимо вот этих проблем, которые есть, не заболеть бы еще этой херней. Коронавирусом. Давайте я посолю. Посолю. Так как бы мне не пересолить, это же овощи. А, да, я вам сейчас объясню, что здесь. Так, все, я думаю, хватит. Я думаю, хватит. Так, мне же надо руку сполоснуть. Сейчас объясню, что там вообще в этом салате. Я же не на камеру его порубила или порезала. Я же, знаете что? В общем, здесь огурец, зелень, лук репчатый. Обыкновенный лук репчатый. Можно красный добавлять. Зеленушка, петрушка, укроп. Зеленый лук, помидоры, огурец и редиска. Надеюсь, я не пересолила. Да, и пахучее масло. Чуть-чуть добавлю я его. Ну, которое подсолнухами пахнет. Нерафинированное. Все, хватит, я думаю. Хватит, мои дорогие. Уберу я его. Вот у меня еще масло есть. Какое-то там кубанское, любительское. А вот у меня сколько мочалок, тряпок. Я их меняю, меняю, как чокнутая. Как не знаю кто. Вот это всякие у меня полотенца чистые. Чистые. Так, это надо выкинуть, кстати. Стаканчик. Так, это у меня пакетики для еды покупаю. Пятерочки за 27 рублей покупаю. 100 штук. Хорошие, кстати. Пакеты для продуктов в поезд, в дорогу, куда угодно. На пикник. Куда угодно, мои хорошие. Куда угодно. Вот полотенчики у меня есть чистые. Надо будет, кстати, постирать. Люблю все, чтобы было чисто. Все, чтобы было чисто. О, а что я делаю? Надо же сюда это положить. В общем, я желаю, чтобы вы не болели. Чтобы вы не болели. Что у нас там с котлетами? Сейчас я потом на выходе покажу, как это будет в тарелке. На камеру я не буду кушать. Вот. Не хочу пока что.
торопить. Канал только открыла. Не хочу торопиться пока. Успею. И на камеру успею пожрать. Главное, чтобы планета была. Крутилась. Ну что, мои хорошие, за вас. Бум-бум-бум. Бум-бум. Ништяк. Сейчас я потом это еще мешану. Ладно, мои хорошие, сейчас чуть позже покажу, как это все. Так, про погоду я вам сказала, да? Похолодало. Он как котлетами пахнет. Как котлетами пахнет домашними. Из домашнего мяса, кстати. Меня угостили, кстати. Вон звезда как светит. Кстати, меня угостили свинину, говядину угостили. Кусочки мяса. По килограмму там чем-то я сделала фарш. И жарю. Красиво, да? Все-таки светит. Все-таки красивая у нас природа. Все-таки красивая у нас жизнь, планета. Но мне кажется, мы сами себе жизнь усложняем проблемами. А ведь все-таки... А все-таки упирается все в денежки. Все в эти бумажечки. Из-за них мы сходим с ума. Из-за них у нас едет крыша. Из-за спиртного тоже. Из-за болезней тоже. Из-за болезней. Если бы этого ничего не было, наверное, было бы лучше. Согласитесь, мои хорошие. А это луна. Луна что-то здесь, вдалеке. Обычно она там, около Венеры. Ну да ладно. Погода классная. А, кстати, котлетами пахнет. Я уже хочу их жрать, как волк. Как волк. С балконом я как бы еще не разобралась, с шторами, видите? Видите, да? Еще окна надо будет мыть. Надо будет вызывать этот... Потеплеет еще, ну, все равно еще, блин, такая погода. Потеплеет где-то в мае или летом, по-моему. Вот еще, видите, так и обосрано. Вон, птицей. Кстати, обычно обсирают там к деньгам. Машину там, на голову, если тебе насрут, на плечо там. На человека, если насрет птица. Или куда-нибудь, на стекло, если там, да. Или на тачку там, да, там, на капот, или в лобовое стекло, да, насрет. Обычно к деньгам. Где эти нахуй деньги, я не знаю. Извиняюсь за мат. Извиняюсь, мои хорошие, за мат. Ну да ладно. Так, надо домешать салат. Хоть как-нибудь, я не знаю. Редиска, помидор, огурцы, лук, зелень, да, масло. Давайте с вами вот так нагну камеру. По-быстрому. Наша вся жизнь быстрая. Надо все по-быстрому делать. Дорогие мои ребята. Девчонки, женщины, девушки, девочки, бабушки. Ну, в общем, все. Так. В общем, давайте с вами замочим кастрюльку под паре. Я потом без камеры помою. Не хочу штатив покупать. А, нет, штатив я купила. Не хочу я ее включать. Так, решила по старинке. Тарелку давайте с вами достанем. Какая у вас тарелка есть? Любимая, такую кушайте. Вот такую давайте. Поставим ее сюда. Шкафчик закроем. Водичку наливаем с вами. Успокаиваемся. Не надо нервничать, мои хорошие. Не надо. Ничему нервы не приведут. Абсолютно. Так, ну все. Кастрюльку я замочила из-под картофеля. Из-под пюре. Останется потом помыть. Водичка. С вами послушали звук водички. Водичка. Друг человека. Так, что? Салатик. Котлетосы. Что у нас здесь? Поменьше огонек сделать. Что у нас здесь? Загорается.
Все мешаем пюре. С вами. Ну, он там немножко, может, поджаривается. Ничего страшного. Еще вкуснее даже будет. Корочка. Если где-то корочка будет, еще вкуснее. В общем, я не знаю, мои хорошие. Желаю я вам, несмотря ни на что, всегда буду желать здоровья всем. Чужим людям, плохим людям, врагам, не врагам, близким, не близким, всем, абсолютно всем людям желаю здоровья. Несмотря ни на что, что бы там в нашем мире, планете не произошло. Я всегда такой была. Несмотря ни на какие там вирусы. Так, вот так перемешаем. Пускай она еще греется. Вон корочка. Корочка. Нам ее поджаривать не надо же. Можно побольше. Желаю вам ни на что, чтобы все, что не случилось, чтобы все было хорошо. Быстрый ужин. Да, петушок? Давайте в окошко выглянем. Что у нас в окне? Ага, смотрите, как она светит. Венера. Венерочка, планета. Отлично. Вот она. Так, все по домам сидим, да, выполняем карантин. Меньше гуляем. А вот как там, луна. Луна. Ну, она, конечно, будет на телефоне видно, на камере, наверное, как точка. Но это совершенно красиво. Если бы вы были здесь со мной на балконе или без меня даже, вы бы ощутили бы эту красоту. Как вкусно пахнет. Ладно, мои хорошие. Сейчас я вам покажу. Венера. Вот природа. Что бы ни случилось. Светит. Планета крутится. А вот луна. Вот машины. Вот они стоят. Машинки. Как игрушечные, да? Давайте вам покажу. Так, потише огонь сделаю. Все, покажу, как я буду кушать. Как я буду кушать. А это если на сковородке останется, а сковородка остынет, я в холодильник уберу, потом съем. Вот. Такие дела. В общем, коронавирус уже всех заебал, затрахал. Вот. Ну ладно, переживем. Мы же с вами сильные. Давайте наложим горячее с вами пирожечку. Мы же с вами сильные. Чуть-чуть будем кушать. Много наедаться не будем. Все в норму. Все в норму, мои дорогие, надо. А как хотите кушайте. Хотите много, хотите мало. Как хотите. Так. Можно еще ложечку вот так. Она немножко поджарилась, так шикарно вообще. Это я все не съем, завтра останется, съем. Дальше положим с вами котлетку теплую. И можно вот так рядышком. Давайте две. Они маленькие. Давайте две. Вот так, да? О! Прям как, я не знаю, как прям ручку сполоснем. Наши ручки золотые, наши ручки не для скуки. Так что все хорошо будет, мои родные. Мои родные. Мы же все сестры и братья. Салатик, редисочку, помидорчики, огурчики. Сока так столько пустили. Я не знаю, может потом переложу. Сок, наверное, вылью. Вот, накладываем, мы не в столовке, вот столько. Все, я думаю, хватит. Мои хорошие. Так, это я все буду без камеры кушать. Когда-нибудь, конечно, успею все на камеру. Это котлеты. Вот. Котлеты. Ну все, мои хорошие. Всем не болеть, всем здоровья, всем хорошего настроения. Вот, правда, как сказать, пострадали мы все хорошо.
Давайте попрощаемся еще с звездой. Давайте еще посмотрим. Вот я выключила. Пирожку завтра доем. Ну и хорошо, не надо будет завтрака готовить. Вот звезда Венера. Романтика. Красотища. Вот луна. Растущий месяц. Красота, романтика. Ладно, окошечко я закрываю. Окно. Вот. Что я буду делать дальше? Ну, мы с вами наложили. На камеру я вам это салатик. Тоже, наверное, все не съем. Завтра съем. На завтрак. Котлеты тоже. Пюре тоже доем. Берем любимую вилочку. Вот. Если будет много двух котлет, одну, может, выложу. Вот салатик, вот пюрешка. Все, всем приятного аппетита, всем здоровья. Не плакать, не огорчаться, не скучать. Вот, все переживем, все выдержим. Мы с вами сильные, умные. Как бы, да, умнее типа животных считаемся мы, человечество. Разумней. Типа мы разумней. Ну все, мои хорошие. Всем приятного аппетита, даже тем, кто не ест, или даже кто собирается кушать. Всем приятного аппетита. Кушайте котлетки, кушайте овощи, кушайте картошечку. Вот. Ну, иногда хотя бы кушайте, не постоянно. Все, всем пока-пока. Целую, пока-пока. До скорой встречи.